По ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная. Вместе с тем, вновь хотел бы повторить, системная задача заключается в том, чтобы выйти на более высокие темпы экономического роста, поддержать инвестиционную активность, стимулировать развитие обрабатывающих производств малого и среднего бизнеса, несырьевого высокотехнологичного экспорта, сделать более ощутимыми рост заработных плат и реальных доходов граждан. Хотя здесь позитивная динамика тоже есть. За январь-август текущего года реальные располагаемые денежные доходы граждан выросли на 2,2%. К тому же периоду прошлого года подросла и реальная заработная плата на 8,4%. Как мы всегда оговариваемся, это, конечно, не во всех отраслях, и в региональном разрезе по-разному смотрится, но в целом позитивная тенденция здесь есть.